Добрый вечер. Хочу сейчас проверить, слышно ли меня. Ну, буду слышно. Так, если меня хорошо слышно, пожалуйста, может быть, в чат напишите, что слышно, что все в порядке. Да, мне уже подали знак, что слышно. Хорошо. Итак, мы начинаем сегодня третью часть нашего цикла по дубликации. Ролик, который я поставила, я, знаете, не устаю вообще смотреть такого рода видео, потому что настолько чувствуешь собственную какую-то гордость и собственную значимость, что ты причастен к этому, что мы такого большого результата уже достигли. То есть, понимая, что ты причастен к этому, что ты вложен в твой труд, вложен в твои финансы, это все дает такой подъем, дает такую энергию продолжать двигаться дальше. Вот сегодня мы как раз немножечко об этом тоже поговорим. И мы уже, хочу сказать, что так, для новичков, меня зовут Любовь Федорова, кто будет первый раз смотреть. Я региональный куратор Латвии и спикер по дубликации. Делюсь своим опытом о том, как я выстраивала свою структуру, изучаю что-то и тут же рассказываю о том, что я нового узнала, какие приемы и что можно использовать и чем бы мне хотелось с вами поделиться. В рамках наших вебинаров по дубликации у нас есть определенная программа, она разделена примерно на 7 задач, мы их называем задачи спонсора, то есть задачи нас как инвесторов, которые решили стать партнерами компании, которые решили создавать какие-то структуры, строить большие команды и вносить такой командный, можно сказать, вклад в развитие проекта. Мы ведем цикл вебинаров по дубликации, которые мы разделили на 7 частей таких основным. То есть существует 7 задач, которыми мы в любом случае должны мастерски овладеть для того, чтобы у нас получалась работа. То есть мы можем строить свой собственный бизнес, большой или маленький, все зависит от нашей команды, да? Но мы идем пошагово и делаем правильные шаги, потому что мы должны не только сами, как сказать, свой имидж соблюдать, но и имидж компании, в которой мы работаем, которую мы представляем, в которую мы приглашаем. И вот мы уже разбирали первые 2 задачи, мы говорили о постановке цели, мы говорили о создании книги контактов, как работать с этими контактами очень подробно, с различными такими интересными приемами. Это на нашем канале, кто хочет, кто, допустим, сейчас подключился первый раз, вы можете на канале SkyWorld Community Webinars найти эти первые 2 вебинара для того, чтобы не терять цепочку той информации, которую я сейчас даю, потому что, в принципе, я возвращаюсь им к этим задачам, и они всегда вот в нашей работе, они переплетаются очень тесно. И сегодня мы поговорим о третьей нашей задаче, о планировании времени, о тайм-менеджменте. То есть, потому что это очень важно, когда мы учимся правильно, составляем план правильный, правильно планируем свое время для того, чтобы быть более продуктивным. Потому что для чего нужен вообще тайм-менеджмент? Для того, чтобы можно было больше успеть, быть более продуктивным и всегда оставить время для того, чтобы мы могли отдыхать. То есть не только отдаваться работе, но и отдыху. Для этого нам необходимо уметь составлять план. Мы знаем, что время – это достаточно такой уникальный ресурс. Он невосполнимый, его нельзя ни вернуть, ни одолжить, ни купить. Может быть, кто-то из вас видел фильм, который так и называется «Время», когда
люди действительно, имея на руке часы, где был запрограммирован их остаток жизни, они могли либо пополнить это время, либо одолжить кому-то, либо продать. Да, фильм такой фантастический, мы еще до этого не дошли, хотя, кто его знает, может быть, и это скоро к нам придет. Вот, поэтому пока что мы распоряжаемся теми 24 часами в сутки, которые есть абсолютно у всех. Только кто-то их использует с большей пользой, с большей эффективностью, а кто-то его тратит. И очень важно нам всем научиться правильно планировать и управлять своим временем. Мы знаем, что время невозможно экономить. Мы всегда говорим, делай вот так, так лучше, так удобнее, сэкономишь время. В принципе, понятие неправильное, его невозможно сэкономить. Его можно потратить просто другим образом. На вещи, может быть, с какой-то большей ценностью, да, и потраченное время принесет лучший результат, вот так скажем, да. То есть, итак, поговорим, что такое тайм-менеджмент. То есть это управление временем, и мы поговорим о способах. Самый важный и самый необходимый ингредиент нашего успеха, если мы реально говорим о бизнесе, это управление своим временем. И это является также вот личным секретом личной эффективности, когда мы умеем это время свое правильно распределить. Отсюда и существуют такие правила, ну, то есть очень много об этом написано, очень много материалов, да, и очень много интересных таких высказываний, вот, например, как это, что правильное предварительное планирование предотвращает плохие показатели. То есть если мы по порядку сможем выстроить все свои дела, все свои задачи в правильном порядке, да, тогда у нас и показатели результата нашей работы будут очень хорошие. Планировать нужно всегда на бумаге. Очень важно, как и цели, мы говорили, что мы цели прописываем все на бумаге, точно так же и планируем. Когда мы записываем на бумаге, во-первых, мы их видим. Мы сейчас будем дальше говорить об этом, как мы можем их сортировать, что мы можем с ними делать, как мы можем их выстраивать по значимости, по важности, по, может быть, какому-то временному показателю, что нужно раньше сделать, что позже. Но очень хорошо, когда это записано. То есть если цели нет на бумаге, то можно сказать, что она не существует. Это то же самое касается и планирования, потому что, когда мы говорили о целях, мы все равно говорили о том, что, записав свои большие и маленькие цели, промежуточные, мы все равно прописываем как раз-таки план нашего пути, как мы будем идти к этой цели, что мы будем на этом пути выполнять, какие задачи решать, чтобы прийти к своей цели. Вот это и есть планирование, когда мы выстраиваем приоритеты, и тогда мы можем точно составить вот этот план. Есть такие, вот приведу несколько статистических таких фактов, что существует правило 10 к 90, да, то есть 10% времени, которое мы тратим на планирование до начала выполнения каких-то дел, нам сэкономит 90% времени при ее исполнении. И это действительно так, потому что когда мы уже четко понимаем, с чего нам начинать, за что нам браться, с какого, допустим, с чего нам начинать день, если мы на день написали план, или же мы поставили цель и распланировали весь путь, как мы к ней пойдем, к этой цели, тогда мы видим каждое дело, которое нам нужно сделать, мы его точно так же можем запланировать, выбрать наиболее, как сказать, благоприятное время и место для того, чтобы выполнить данную задачу. Также работа со списком запланированных дел в первый же день увеличивает производительность на 25%. Это тоже показатель, который ученые выявили, наблюдая за сейчас этот процент выявили тоже ученые, которые занимались как раз-таки тайм-менеджментом, разработкой различных видов способов вообще планирование. И здесь могу привести личные примеры своего собственного опыта. Это мой сын, когда я, допустим, убегаю на работу, говорю ему 2-3 дела, сделай то-то, то-то, да. Просто говорю ему, мы не писали, мы ничего не планировали. Я ему просто говорила, что нужно сделать. И что у нас получалось? Я когда приходила домой,
либо что-то было не выполнено, либо он только-только за это брался. И всегда он говорил: да, это так долго, так много времени у меня займет, что я сделала сначала свои важные дела. Но важные дела это были покататься на велосипеде, там, поиграть в компьютер, такие были у нас важные дела. Вот. Ему всегда казалось, когда я говорила ему какие-то дела, ему казалось, что это очень много, много времени на это уйдет, что это очень большие такие обширные дела. Вот. И однажды я ему решила показать обратно. Я говорю: давай сегодня я дома, вот мы пишем список дел, которые тебе нужно сделать. И мы написали 7 пунктов. Когда он увидел эти 7 пунктов, глаза у него стали квадратные, он говорит: нет, это же невозможно, это что мне, наказание, я же целый день буду этим заниматься. Ну, подросток. Вот. Я говорю: нет, давай мы сейчас посмотрим, что из этого самое главное, что из этого займет больше всего времени, и начинай с этого, и дальше ты будешь отмечать. И вот он при мне, то есть я не давала ему возможности между выполненными делами поболтаться, там, не знаю, извиняюсь за выражение, в носу поковыряться, да, то есть я говорила: ты одно сделал, все, поставил точку, берись за следующее. Вот. И когда он уже перевалил, когда у него уже 4 дела было сделано, он говорит: мама, посмотри, я уже сделала 4, я никогда не думала, что так можно быстро это делать. И у него был тон другой, у него энергия появилась, у него какая-то самооценка даже повысилась, понимаете, человек понимает, как здорово у него получается, он молодец. Вот. И действительно, он выполнил очень быстро эти дела. Мы тогда, я помню, еще ради игры засекали время. У него было там 34 минуты. Ему казалось, что это просто невероятно. Но задания-то были такие простецкие, что можно дать ребенку. Да, вынести мусор, не знаю, помыть пол. Вот. Но сам факт, что он сам был удивлен, насколько быстро он это все выполнил. Поэтому также и мы, когда мы планируем, то есть мы понимаем, что мы знаем, с чего начинать, мы знаем, что зачем у нас пойдет. И у нас не остается времени, когда мы между какими-то делами будем думать, а что же мне следующее делать, а надо или не надо, а что важнее, да, как я к этому подойду. Вот. Еще одна задача тайм-менеджмента, даже, можно сказать, правило такое, тратить время на задачи высшей и важной ценности. То есть мы в первую очередь беремся за самое важное. То есть сейчас, допустим, если мы говорим о работе по найму, ну, смотрите, мы в любом случае, мы все работаем, нам всем нужно выполнять какую-то определенную работу для того, чтобы заработать денег, либо приумножить свои средства, либо дать развитие своему бизнесу. И поэтому у кого-то свой собственный бизнес, у кого-то работа по найму, но все мы, можно сказать, получаем за это деньги. То есть за что нам платят? Важно понимать, кому-то, может быть, платят за какой-то процесс, да, он там на конвейере сидит 8 часов, просто отсидел там, или, допустим, как у нас там дежурство, да, то есть там и оплата, соответственно, низкая, человек, идя на такую работу, он понимает, сколько он будет получать, и он понимает, что от его эффективности, от его работы ничего не зависит. Ему важно отсидеть, отбыть на работе вот эти 8 часов, делать какую-то определенную, может быть, однотипную работу, и все. Вот. Но больше всего, чаще всего, все-таки мы получаем вознаграждение за результат. Опять-таки, либо это в виде зарплаты и премии, либо это результаты нашего труда, как развитие нашего собственного бизнеса. Да? То есть результат. И когда мы говорим о результате, естественно, мы начинаем думать об эффективности, о продуктивности, потому что мы будем постоянно стараться улучшать и увеличивать этот результат. Так, мне кажется, что здесь есть лишнее окошко, которое можно вот так вот убрать, чтобы не мешало. Дальше, что мы делаем? Пересматриваем свои разные привычки. И для того, чтобы быть более эффективным, то стараемся включать обогащающие привычки и выключать обедняющие привычки. Да, это такие понятия. То есть мы как бы увеличиваем рычаг благополучия. Меньше будет у нас вредных и обедняющих, да, и больше у нас будет обогащающих привычек. То есть, ну, что это? Ну, самый простой пример, когда мы, допустим, отказываемся там,
но, может быть, меньше алкоголя. Сейчас молодежь там на всяких, не знаю, психотропных сидят. Ну, не знаю, может быть, больше спортом заниматься, какое-то правильное питание. Это тоже своего рода, как бы мы увеличиваем вот этот рычаг нашего благополучия. То есть, допустим, есть люди, которые могут... Когда пьют, допустим, кофе, могут просто сидеть в соцсетях, не знаю, какие-то ролики смотреть, какие-то. А я, например, люблю, я тоже пишу планы, пишу очень большие планы всегда. Я люблю список писать, таким большим списком свои дела записывать. И я люблю, когда пью кофе, спокойно посидеть, посмотреть свой список, что я уже сделала, вычеркнуть его, похвалить себя за то, что я это сделала. Вот. Может быть, еще что-то новое в голову придет записать. Да? То есть, казалось бы, не просто попить кофе, да, но здесь его можно попить с какой-то большей эффективностью. И это тоже не заставляет нас как-то... ну, не знаю, напрягаться, думать. Да, мы расслабляемся, мы пьем кофе, мы получаем удовольствие. Вот. Также хорошо для того, чтобы быть эффективным, чтобы стремиться к этому, представлять себя уже таким. Вот, допустим, у нас в окружении есть люди, которые, мы видим, что они успешны в бизнесе, у них там одно, другое получается, у них строить структуру хорошо получается, они хорошо работают с людьми. И мы, понаблюдайте за ними, вот мы наблюдаем, мы что-то смотрим, каким образом они какие-то дела делают, как они планируют, даже посмотреть, как он ведет ежедневник, да, и может быть, для себя взять какой-то вот полезный совет у него, тоже очень важно. То есть нужно уже себя представлять эффективным. То есть мы уже у себя в подсознании закладываем, что мы умеем управлять своим временем, что у нас все получается, что я успешен, что у меня бизнес разрастается, у меня структура увеличивается, да, можно даже, чтобы научиться не тратить время впустую, можно даже такой прием использовать, представить себе, что вам предлагают очень хорошую работу, хорошо высокооплачиваемую хорошую работу. И в данный момент работодатель наблюдает за вами, вот как будто бы за вами кто-то целый день ходит с камерой и смотрит, как вы выполняете те или иные дела, как вы... тратите вообще свое время, да, то есть, естественно, зная о том, что нас снимают, что это будут просматривать и оценивать, мы, конечно же, будем эффективными, так сказать, да, мы не будем тратить просто так время, мы будем делать только, ну, не знаю, нужные, полезные дела, мы будем по плану, не будем от плана отступать. И это тоже важно. Вот пофантазируйте, что как будто бы за вами кто-то наблюдает, и тогда действительно вы сможете представить себя эффективным. И вот это будет вырабатывать привычку. Просто вырабатывать привычку, делать все правильно и делать все по плану. Очень важно, чтобы у нас получилось управлять своим временем, эффективно управлять своим временем. Очень важно знать четко, чего мы хотим, знать четко свои цели. Вот то, что мы говорили о целях, что это очень важно правильно их поставить, правильно их выстроить. И, во-первых, мы ставим такие абсолютно реалистичные цели. Во-вторых, мы не набираем этот список из этих целей, там, не знаю, 100, да, пусть у нас будет каких-то 10, ну, до 10 главных целей. И мы их можем выстроить так, от большего к меньшему, от, может быть, более долгосрочного к краткосрочному, для того, чтобы мы видели этот путь, чтобы нам легко было его увидеть и легко составить план, как мы будем к нему идти. Либо мы берем... сосредотачиваемся на самой важной цели. Можно попробовать использовать, знаете, дерево решений, когда мы даже в виде рисунка можем нарисовать ствол. Это самая главная наша цель. И чтобы к ней прийти, нам нужно выполнить вот такие вот там три задачи. Это три ветки наши, допустим, под цели промежуточные. Да? И дальше, как маленькие веточки, то есть каждой этой задаче
мы расписываем свои шаги, что мы должны для этого сделать. И вот потом дальше по этому дереву решений мы идем и выполняем свой план. Также есть такое понятие, как съесть лягушку. Это один из тренеров, который очень много написал книг по тайм-менеджменту, тоже он очень-очень много вообще по руководству для бизнесменов, но очень много, как быть эффективным и продуктивным. И у него есть такая книга, которая называется «Съесть лягушку», она была переведена на 42 языка, по-моему. Что значит съесть лягушку? Это если вам первым делом с самого утра вы должны съесть живую лягушку, то утешением пускай для вас служит то, что это будет самое плохое, что может случиться в этот день. То есть лягушка – это самое сложное, самое, может быть, неприятное дело, которое очень нужно сделать, но оно важное. И мы не будем его откладывать на потом, нам его надо сделать. Потому что чем дольше, чем больше мы будем его откладывать, тем тяжелее нам будет и приступить к его выполнению, и у нас очень неприятный будет осадок внутри, потому что у нас дела стоят, самое важное дело, надо бы его сделать. Когда мы это сделали, все, у нас камень, можно сказать, с плеч. То есть самое важное, самое, может быть, неприятное дело сегодняшнего дня мы делаем в первую очередь. Поверьте, это дает огромный заряд энергии. Это дает, повышает очень самооценку, потому что, когда мы его сделали, нам все остальные дела кажутся нипочем, потому что мы сделали самое сложное. Но все остальное – это уже, можно сказать, ерунда. Я, кстати, сейчас попробую, если получится, покажу вам. Я про эту лягушку уже знаю давно. И вот посмотрите, вот у меня есть вот такая, сейчас на белом фоне, наверное, лучше, вот такая статуэтка лягушки, просто лягушка. И когда я делаю план на день, я всегда самое неприятное пишу вот на таком стикере, и клею на свою лягушку. И вот она у меня сидит, вот так вот сидит, и держит мне это задание. То есть моя лягушка у меня тоже есть каждый день. И поэтому вот у меня тут написано «позвонить в финансинспекцию». Да, мне нужно было поговорить с финансовым инспектором, поднять некоторые вопросы. То есть у меня тоже есть лягушка, как и у всех у нас. И вот так вот наглядно она мне сидит и диктует, и напоминает, что мне нужно в первую очередь сделать. Потому что если мы начинаем откладывать эти все дела, то мы, не хочу сказать «заболеваем», но у нас начинает проявляться такое понятие, как прокрастинация. Это постоянное откладывание важных дел, знаний, поручений, что угодно, до последнего, вот до последнего момента, а потом мы хватаемся и начинаем это делать. К чему это приводит? Это приводит к каким-то страданиям нашим душевным, мы испытываем какое-то чувство вины от несостоятельности, мы не можем думать о других делах, мы мучаемся, мы не можем заставить себя начать делать это сложное дело. Я думаю, что все мы в разных периодах своей жизни сталкивались с этим понятием, когда откладываешь, 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 и настолько себя неприятно, плохо чувствуешь, и ты понимаешь, ты и взяться за другие дела не можешь, или ты делаешь вот эти вот маленькие какие-то, может, не совсем важные дела, вот ты их делаешь не с радостью, ничего, потому что тебя все время давит то, что ты отложил, самое главное и самое, может быть, для нас сложное, да, вот эту вот свою лягушку мы никак не можем проглотить, и мы себя вот этим мучаем. Даже психолог Ноа Милграм, он написал книгу «Прокрастинация. Болезнь века». Конечно, ученые спорят, болезнь – это или вредная привычка, как бы какого-то определенного понятия, утверждения нету, но существует такое явление, и мы с ним сталкивались, и с этим нужно работать и бороться, потому что когда у нас это включается, то, естественно, ни о какой эффективности мы говорить не можем.
Ее еще разделили на 5 видов. Бытовая – это когда мы откладываем какие-то домашние дела свои, там уборка, стирка, всякая такая готовка. Прокрастинация принятия решений – это когда мы не можем принять любые решения от самых простых до сложных. То есть что мне сегодня съесть, человек мается, или там спрашиваешь его, что тебе надо, что тебе купить, ой, не знаю, что купить, ой, не знаю, какие сапоги хочу, ой, не знаю, что. И до таких серьезных решений, от которых, допустим, даже, может быть, зависит успех проекта. Да? Вот с такими людьми, вот когда они в таком состоянии, действительно очень тяжело. Но невротическое, это что касается своего, не знаю, каких-то важных решений, даже вот, там, выбрать проект, профессию, там, или принять решение жениться или не жениться, сделать или не делать предложение. Академическая прокрастинация, мне кажется, мы все с этим сталкивались, когда мы откладываем и откладыванием начало написания какой-то курсовой работы или дипломной работы, когда нам дается полгода, целый семестр на то, чтобы написать дипломную или работу, мы ее пишем за последний месяц, да. Вот, и компульсивно, это я так для всеобщего развития вам говорю, это когда она такая комбинированная, это когда неспособность принятия решений сочетается с неспособностью приступить к работе. То есть и как решение человек не может принять, так и начать работу он не может, какой бы у него там список дел ни был. Вот. И даже вот схематично на рисунке очень хорошо видно, что у нас очень часто пересекаются дела, которые нам нужно сделать, и дела, которые мы хотели бы сделать, потому что если мы в тех делах, которые нужно, еще и найдем то, что нам хочется, вообще замечательно, да? Вот. И зеленый кружок – это то, что я делаю, когда прокрастинирую, то есть когда я не хочу ничего делать из своего списка, а делаю непонятно что. И тяну, и все это оттягиваю. Так, дальше идем. В тайм-менеджменте есть такое еще понятие, как закон трех. То есть из всех наших знаний только три составляют 90% нашей стоимости, нашей эффективности. То есть самая главная наша задача – это определить эти три дела, что мы умеем делать для того, чтобы, условно говоря, продать себя и посвятить им большую часть своего времени. То есть продать себя – это когда мы работаем, да, то есть наш бизнес, когда мы заключаем какие-то сделки, когда мы что-то делаем, просто это такое понятие – продать себя, да, и мы тогда смотрим, какие знания нам в этом помогают быть более эффективным и заработать больше денег. И найти это очень легко. Допустим, мы зададим себе всего лишь три вопроса. Первый вопрос. Если бы я целый день мог заниматься только одним делом, то какое дело принесло бы мне больше всего пользы? То есть мы из своих способностей, из того, что мы можем делать, то, что мы хотим делать, что из этого принесло бы больше всего пользы? Второй вопрос. Если я мог бы заниматься двумя делами, то какое второе дело принесло бы мне больше всего пользы? И также мы задаем третий вопрос. Если бы я всего мог выбрать три дела, которыми я хочу заниматься, то какое будет третьим, которое будет улучшать состояние моего бизнеса, приумножать мои финансы и все остальное. То есть когда мы выделим эти дела, мы тогда сможем понимать вообще, чем нам нужно было бы заниматься, что нам запланировать, может, нам что-то нужно подтянуть. Да, может быть, это какие-то наши способности, которые мы понимаем, что нам вот это я бы очень хотел это делать, у меня это очень хорошо получается, в моем бизнесе это приносит очень хороший доход, но вот тут я слаб, у меня здесь слабиночка, вот это мне надо подтянуть, вот здесь мне нужно какой-то навык еще поднаработать. Да? То есть когда мы это выделяем, нам гораздо проще понять, на что нам тратить время для нашей большей эффективности. То есть это, в принципе, самый главный вопрос нашего тайм-менеджмента и сегодняшней беседы. Что именно нам делать для того, чтобы не тратить время зря и быть эффективным? Смотрите, чтобы было понятно, например, менеджер, самые три главные задачи, три главных дела, можно сказать, которые выполняет менеджер, и за что он получает
деньги и зарплату – это нанимать на работу людей, обучать их и управлять ими. Вот найм, обучение, управление. Вот три главных дела, чем занимается менеджер и зарабатывает. Если взять продавца, то что должен уметь делать продавец, что будет его делать эффективным? И его с удовольствием возьмут на работу туда, где нужен именно продавец. Это когда он умеет делать предложение, когда он умеет презентовать товар и когда он может завершить сделку. Вот три дела у продавца. Итак, как резюмируем, что такое закон трех? Это делать меньшее количество дел, не выполнять огромное количество, да, а делать пусть меньшее количество дел, но делать более важные вещи и отводить для них гораздо больше времени и в каждом совершенствоваться для того, чтобы мы могли эффективно управлять своим временем и на выходе быть успешными, так скажем. Если подумать о нашем проекте, то из каких возможностей, способностей, из каких дел мы можем выбирать и оценить себя, что у нас лучше всего получается? То есть приглашение на вебинары, может быть, не вести вебинары человек умеет, а он умеет организовать встречу, организовать презентацию, пригласить людей. Но дальше у него сложности. Кто-то умеет вести телефонные переговоры, допустим, умеет хорошо делать холодные звонки. У кого-то шикарно получается презентация самой технологии, то есть она хорошо изучена. Человек хорошо, вот у нас наш спикер по презентациям Артем Курбанов, насколько он хорошо делает с душой презентацию. Владислав Волков, у него совершенно по-другому, но тоже вот идет это от души. То есть они настолько разные, но и одного и второго так приятно слушать. То есть человек видно, что и один, и второй на своем месте, потому что они это делают очень хорошо. Может быть, кто-то хорошо умеет проводить вебинары конкретно перед камерой. Да? Кто-то умеет мотивировать людей или приглашать прямо в бизнес, вот четко работать, не знаю, маркетинг презентовать, рассказывать о работах со структурой, то есть четко умеет пригласить в бизнес. Да? Кто-то умеет работать с возражением, у нас тоже один такой человек есть, у меня есть в планах на вебинар его пригласить и дать ему слово. Вот. Кто-то четко умеет хорошо заключать сделку. То есть мы, когда поймем, что у нас получается лучше всего, я советую, потому что я так делала, возможно, скооперироваться с кем-то еще, скооперироваться с кем-то из своих, кто, допустим, кто-то умеет хорошо приглашаться, организовывать, кто-то умеет хорошо делать презентацию и рассказать маркетинг, да, совершать сделки. То есть можно кооперироваться, допустим, я беру двух своих людей, еще один человек берет своих людей, и мы делаем такую общую беседу, или даже мы по одному человеку пригласили, и в этой беседе один из нас делает то, что у него лучше всего получается, второй делает то, что у него лучше всего получается. Во-первых, для тех людей, которых мы пригласили, это не будет утомительная беседа один на один, он слушает разных людей, разная подача. Но с другой стороны, каждый из нас сделает то, что он умеет лучше всего. И таким образом наша встреча будет гораздо эффективнее, она будет гораздо качественнее, гораздо продуктивнее. То есть это вот что касается нашего проекта, очень советую вот об этом подумать. Либо вы понимаете, вот могу пригласить, могу сделать то, не могу сделку до конца довести. Посидели, подумали, что-то почитали, где-то какие-то вебинары посмотрели. То есть совершенствуем свой навык для того, чтобы потом, когда мы четко распланировали свою работу, мы знали, и это у меня получается, и это у меня получается, и это у меня получается без проблем. Вот. Главное правило тайм-менеджмента, уже можно как вывод сделать, да, невозможно переделать все дела, не нужно писать список из 100 дел. Мы выбираем только то, что приносит нам самый большой доход. То есть здесь есть даже такое понятие, как закон принудительной эффективности. То есть не все время, на все времени никогда не хватает, но его всегда хватит на самое важное. То есть
если мы научимся выделять в своем списке важные дела, ставить их на первое место, то тогда и эффективность наша будет повышаться. То есть важно сделать в первую очередь именно то, что принесет наибольшую выгоду результат. То есть мы как будто бы заставляем себя сделать в первую очередь самые эффективные дела. Когда мы видим вот весь список, мы видим, что нам нужно первое, мы быстренько их можем даже переставить, потому что если удобно там или пронумеровать, что первое, что второе. Но всегда мы делаем акцент на то, что приносит наибольшую выгоду, наивысший результат, мы делаем в первую очередь. Это закон тайм-менеджмента, чтобы не тратить время зря. Также очень важно, когда мы выполняем какие-то дела, и список нам в этом помогает, не бросать, не перескакивать с одного на другое. То есть если мы начинаем что-то одно, доводим это до конца, доводим это до ума, радуемся, получаем удовольствие от сделанного, и тогда переходим к следующему. Потому что если мы будем бросать, возвращаться, хватать там этого немножко по делу, потом это, нам же нужно пересосредоточиться, перенастроиться, может быть, даже поменять локацию. Да? И на это у нас тоже уходит время. И вот таким образом наша эффективность снижается в 5 раз, потому что у нас хаос получается. У нас хаос в делах, у нас хаос в голове, хаос в каких-то там выстраивании логической цепочки, которой уже тоже нету. Да? Также есть такой метод Эйзенхауэра. Это когда все дела можно разделить на 4 группы. Сейчас я покажу. То есть 4 группы. Мы выделяем такие по таким параметрам: срочные, несрочные дела, важные и неважные. Сейчас я попробую. Получится ли у меня? Наверное, нет. Нет, не получается у меня. Ладно, тогда мы будем, буду описывать. То есть у нас получилось 4 квадрата. Мы по горизонтали написали сверху срочные и несрочные. И по вертикали у нас будет сверху будут важные, и пониже будут неважные дела. И таким образом у нас получились 4 квадрата, в которые попадают, как в 4 группы, попадают наши дела запланированные. Первая группа получается срочные и важные. То есть это, условно говоря, наши лягушки. Нравится или не нравится, этот список нам нужно выполнять. И чем быстрее мы его выполним, тем легче и лучше будет нам самим, потому что будет эффект, будет результат, и у нас, как говорится, мы расправляем плечи, у нас нету никакого груза, нас ничего не тяготит, мы сделали самое сложное, мы сделали. Вторая группа по горизонтали смотрим, это дела важные, но не срочные. Эти дела, возможно, нам не нужно делать срочно, но они могут повлиять, оказать очень достаточно сильное влияние, может быть, в какой-то долгосрочной перспективе. И нам все равно нужно будет их выполнить. И если мы будем откладывать эти дела, видя, что они не срочные, они у нас превратятся, то есть наш вот этот весь процесс превратится опять-таки в прокрастинацию, о которой мы только что говорили. То есть мы будем их откладывать, и вдруг они в какой-то момент станут важными и срочными. Нам нужно будет хвататься и быстро их выполнять, отодвигая в сторону все остальное. Поэтому их лучше распланировать, понимая, что их все равно нужно делать. Мы их планируем, чтобы потом не метались в последний момент. Третья группа – это, вот смотрим дальше вниз с этим, неважные, но срочные. Это такие дела, которые мы можем, может быть, перепоручить. То есть они не очень сказываются на нашем успехе, их просто нужно сделать. Да? Но мы их можем поручить кому-то другому. То есть мы их можем делегировать, мы их можем уменьшить их количество, этих дел. Да? То есть их нужно сделать, но не обязательно, чтобы мы выполняли, чтобы именно мы выполняли. В нашем списке мы их минимизируем таким образом
освобождаем время себе для более важных дел. И четвертая группа – это и несрочные, и неважные. Это такие дела, которые, ну, вообще не имеют никакого, может быть, значения, не несут никаких последствий при их невыполнении. То есть их можно делать, можно не делать. И мы тогда задумаемся, надо или нет. И если нам, у нас туда попадают какие-то дела, то хорошо бы взять их просто и вычеркнуть. Да? И тогда мы сразу понимаем, что у нас освобождается время для чего-то, может быть, более интересного. Также для того, чтобы не тратить время просто так впустую, можно и нужно учиться говорить «нет». Говорить «нет» делам каким-то неважным. Говорить «нет», может быть, даже людям, которые просят вас что-то сделать, и вы говорите «нет, для меня это не важно». То есть ты, чтобы понимал, что ну, ничего личного, но тем не менее я не буду этого делать. То есть это сэкономит очень много времени. Можно даже, знаете, как игру составить такой рейтинг занятий под названием «Я больше никогда не буду этого делать». Я такое тоже сделала, но, честно говоря, я это сделала еще даже не прочитав книгу Брайана Трейси. Это ко мне пришло просто интуитивно, когда я увидела, что очень много времени тратится на некоторые дела, и потом тебе просто не хватает сделать то, что было для тебя важным. И ты упускаешь какие-то возможности, возможности заработать, возможности, не знаю, получить какую-то выгоду. Вот. И в свое время, наверное, вы все помните, когда появился сайт «Одноклассники», так только начинали соцсети, вот, и там мы пропадали очень много времени, потому что со всех концов света находились люди, они задавали вопросы, они что-то писали, и если ты туда заходишь, а там же еще даже было видно, что ты и зашел, и уже прочитал, и как-то не, ну как же не ответить, ну что бы мне подумать, и я поняла, как много времени это у меня забирает, я решила, что мне это надо остановить. Не заходить не получалось, и мне пришлось полностью удалить это приложение, удалила с телефона, забыла пароль, я даже не знаю, есть ли у меня там где-то какая-то регистрация. Такая же история произошла с Инстаграмом, все начали регистрироваться, я зарегистрировалась, думаю, боже мой, надо же еще залезть туда, посмотреть, а что там, а как им пользоваться, зачем он мне нужен, удалилась, все, не буду. В Твиттер решила, вообще не буду. Вот даже регистрироваться не буду. И вы знаете, это тоже достаточно серьезное решение, потому что многие люди не могут от этого устоять. Они все равно туда заходят, они регистрируются, и они проводят там очень много времени. То есть ты туда нырнул, потом голову поднял, а смотришь, уже полдня прошло. Но это что касается соцсетей, да, может быть, у кого-то есть другие вредные привычки, и вы можете в этот список эти привычки свои вставить. Вот, и вам будет приятно на это смотреть, это будет такое напоминание не делать, и это тоже будет правильно. Вот, ну, самое главное вложение вообще в наш бизнес, в тайм-менеджмент, в управление нашим временем, это наш интеллект, это наши способности, это наши наша энергия. И для того, чтобы все это у нас было, чтобы мы могли это все с полной силой вообще использовать, реализовывать, очень важно, чтобы мы отдыхали, чтобы у нас не было перегруза, перегруза эмоционального, перегруза энергетического, перегруза мозгового, когда ты приходишь после работы домой, и ты даже не можешь на простой вопрос ответить, чего бы тебе хотелось сегодня съесть, и ты не можешь ответить, ничего не хочу, я хочу просто в нирване какой-то оказаться, чтобы там в невесомости, чтобы меня никто не трогал, чтобы вот не было такого, нужно в обязательном порядке отдыхать, полноценно отдыхать. Если мы очень много трудимся и используем очень сильный интеллектуальный свой труд, то нам в обязательном порядке нужно спать 8 часов в сутки. И это нормально. Нужно планировать свой отдых, планировать не только домашние дела, не только рабочие дела, не только бизнес свой планировать, встречи, переговоры,
но и отдых, и время, с которым мы проводим со своими родными. Это тоже все нужно планировать для того, чтобы мы видели, даже увидев свой план, вот написали план на день, на неделю, на месяц, каждый это делает по-разному, увидели свой план, и мы увидели, у нас есть время для отдыха, поэтому я сейчас сделаю по плану все дела, и вот потом я буду отдыхать, у меня есть на это время. Я запланировал на отдых, на хобби, на, не знаю, на семью, на детей, у кого есть, потому что... Когда мы уходим с головой в бизнес, очень, наши близкие очень страдают от этого. Да? И мы будем правильными бизнесменами, правильными управленцами своим временем, если мы сможем запланировать и для них тоже время, и для своего собственного отдыха. Вот. Ну, естественно, для этого хорошо, мы знаем, что удобно для этого использовать различного рода ежедневники. Сейчас очень много электронных записных книг, они там очень удобные. Кто там хорошо освоил, многие пользуются только электронными, кто-то по старинке, кому-то, допустим, удобно расписать прям по часам какие-то свои дела, а кому-то, может быть, удобно прям план на день составить, когда просто список, вот, допустим, как я люблю писать просто список. Вот. И тогда я уже отмечаю, что я сделала, я где-то что-то отмечу, я где-то могу пометить там разного цвета маркерами, выделить главная задача дня, да, выделить свою лягушку, выделить какие-то второстепенные задачи какие-то, да, и какие-то дополнительные. То есть планировать мы можем по-разному. Вот, естественно, мы отмечаем, уже много раз сказала об этом, отмечаем все, что мы исполнили, что мы уже сделали. Это придает нам очень хорошую энергию, энтузиазм, желание двигаться дальше. Вот, хвалить себя тоже обязательно нужно. То есть как мы обозначаем эти дела по важности? То есть каждый придумывает сам, насколько ему удобно, тот так это и делает. Вот. Потому что каждое законченное дело становится источником энергии, энтузиазма и уверенности в себе. То, что я только что сказала. Вот. Занимаясь этим на регулярной основе, наш мозг запоминает вот это состояние счастья. Когда мы что-то сделали, когда мы видим полностью законченное дело, мы испытываем такое, знаете, чувство немножечко эйфории. У нас выделяются эндорфины. Гормон радости, счастья. Вот. И вот это состояние, когда мы довольны собой, когда здорово у нас это получилось, я это сделал, наш мозг вот это состояние, он запоминает и развивается со временем. Такая положительная зависимость, это тоже доказано учеными, когда человек хочет и хочет и хочет что-то делать, видит свой результат, браться за следующее дело, опять видит результат, такая же... зависимость, я знаю, есть у людей, которые делают добрые дела. Вот они сделали какое-то доброе дело, и вот они видят эту отдачу, они видят эти благодарные глаза человека, которому они помогли. И вот им уже этого не хватает, понимаете? Вот своего рода такой положительный наркотик, да, такая вот зависимость. И когда мы будем делать это, писать, выполнять, доводить до конца начатое дело, не перепрыгивать с одного на другое, то мы как раз и будем испытывать вот эту вот эйфорию и эту радость от сделанного дела и от увиденного результата. Да? И наш мозг уже будет сам вас просить, давайте еще что-нибудь сделаем, давай еще что-нибудь запланируем, что-нибудь хорошее сделаем и полезное. Вот. И тогда у нас, конечно же, будет появляться желание ставить все большие цели, какие-то большие планы, может быть, выполнять более сложные задачи. Да, мы будем развиваться, мы будем расти. Это тоже будет, ну, большой плюс для нас, для нашего развития и для нашей эффективности, для нашего успеха, потому что, в принципе, мы сегодня все наше время посвящено тому, чтобы быть более эффективным и тратить время на важные и нужные вещи. Мы лучше по плану все сделаем и больше времени себе свободного, выделим свободного времени больше и с радостью просто отдохнем, займемся хобби. Даже если мы не планировали, и у нас вдруг появилось свободное время,
Да лучше с удовольствием его для себя провести. Для женщин так вообще, я считаю, что там лишнюю какую-нибудь масочку или массаж сделать, это вообще чудо, потому что нам никогда на себя не хватает времени, особенно те женщины, которые уходят с головой в бизнес. Вот. И именно планирование, именно списки дел нам помогают в этом, помогают выделить для себя дополнительное время. И в заключение хочу показать вот такой вот небольшой, можно сказать, практикум. Это конкретно каждый для себя может сделать, начертить такую диаграмму. Взять неделю. В нашей неделе 168 часов. И разделить на несколько направлений, выделить те дела, которые мы в течение недели делаем и на что мы тратим свое время. То есть у нас есть обязательные дела. Это сон, это какие-то процедуры, это работа, это может быть кто работает не дома, кто ездит на работу, это дорога, которую мы тратим на работу. Мы тоже об этом думаем, сколько у нас времени в неделю на это тратится. Да? Если мы готовим кушать, то мы обязательно записываем время, которое мы тратим на приготовление еды, естественно, приемы пищи. Казалось бы, что да, мы это можем на перекусах, но если мы, допустим, полноценно садимся и кушаем, ну, хотя бы полчаса каждый прием пищи, это 1,5 часа в день. 1,5 часа в день умножьте на 7 дней в неделю, это уже получится приличный отрезок времени. Минус из этих 168 часов. То есть каждый может написать свое. Кто-то там на прогулки, на хобби тратит, на спорт, на детей. У кого-то дети, которых нужно возить на тренировки, на кружки, какие-то еще что-то. То есть все, что у вас, потому что у каждого это разные пункты будут, все соберите вместе, посчитайте, сколько вы тратите время, и сделайте такую диаграмму. Когда вы наглядно увидите, на что у вас тратится огромное количество времени, на что может быть хобби или отдых, вы увидите, как мало в этой диаграмме, как мало в неделю вы тратите времени для себя, для своего собственного отдыха. И тогда попробуйте сделать такую же диаграмму, только от обратного. Начертите сначала, сколько бы вы хотели времени тратить на себя, на отдых, на хобби, на детей. Может быть, кто-то настолько в бизнес ушел, что совершенно не уделяет времени детям, своей второй половинке, и он только тогда наглядно увидит. Ну вот теперь я понимаю, почему моя жена обижается, что я не дома, что мы не общаемся, что мы стали чужими, да? То есть вы наглядно сможете увидеть, насколько может быть неправильно перераспределено ваше время. И вот когда мы нарисуем вторую диаграмму, как бы мы хотели, чтобы это время было распределено, вот тут как раз мы и можем поработать с планированием четким. Как нам распланировать все свои дела? Какие нам дела отправить в список, который называется «Я больше никогда не буду этого делать»? Какие нам дела минимизировать, потому что они просто воруют наше время, да? То есть это очень полезное такое практическое занятие конкретно для себя. Я вам скажу, что когда я первый раз об этом услыхала, мне так как-то было чудно, но я сидела и чертила. Я чертила, делала, и потом, когда я увидела этот рисунок по часам, я была ошеломлена, конечно. То есть я увидела, что мне надо действительно что-то менять. И это очень полезно. Вот, на сегодня у меня про планирование все. Захотите, напишите мне, кто вот, допустим, есть какое-то, вот сделайте вы, допустим, эту диаграмму, да, и будут у вас какие-то эмоции, будут у вас какие-то, ну, не знаю, открытия, может быть, да, и вы увидите, да, действительно, что-то можно поменять, нужно поменять. Напишите мне в личку, напишите, может, даже в наших чатах, вот на следующий четверг. Вот. На сегодня все. Я на сегодня с вами прощаюсь. В следующий четверг мы встретимся в это же самое время, в 5 часов по нашему латвийскому балтийскому времени и в 6 по России. И мы поговорим о телефонных звонках, о переговорах, о телефонном этикете. Все, что
я смогу собрать интересного. Я всем этим поделюсь. Все, желаю всем хорошего вечера. До свидания. До новых встреч. И до следующего четверга.